каждый день, в общем, с утра у нас начинается, как окно откроешь, ну-ка, Коля наш встал, нет ли, смотрим. Ну, и он тоже нас выглядывает все время. И потом либо вы к нему, либо он к вам. Ну, я к нему. Ой, давно я там же... Давно здесь живу, 50 лет уже. Иногда в город выезжаю к двоюродному брату в гости, к сестрам младшим. В Тумке, в Шулутах никого нет сейчас из родни. Семей нет у него. Мамой жил, сестра есть была, но сейчас он один проживает. Мне 63 года, я 57 года. Сижу дома, работы нет, пенсионер. Инвалидность второй группы получил, но мне постоянно помогают соседи, особенно Надя. А ее муж Гена мой ровесник. Как бы приемная семья. Присмотр за пожилыми и инвалидами. Помощь. Ведение домашнего хозяйства. Сейчас работы нет, пенсионер, но в молодости в колхозе работал. Пастушил, помню, постоянно на ферме. Ну, он что там, по двору там убирается, дрова готовит, дрова он покупает, покупное у него. Хозяйство у него большое было, сейчас он не держит хозяйство. Коровы были, свиньи были. Он даже это молоком торговал, ездил в Слюдянку. А сейчас что? Сейчас он уже один остался, ему это хозяйство-то не надо. Пенсия есть у него. Надо. С Надей и Геной мы хорошо живем, постоянно помогают. Я один, рядом никого нет. Братья, сестры в Улан-Удэ. Домой с улицы дрова заношу, воду несу. А не тяжело ему? Ему можно такие нагрузки делать? Можно, конечно. Каждый день так воду добывает? Да нет, ну... Вот эти два ведра ему на 2-3 дня хватит. Ну, все варить. А когда стирается, стираемся, вот тогда уже много воды надо. Так Надя постоянно помогает. Даже убирается у меня дома. Стены белят, красят. Потому у меня дома хорошо, чисто. Давление плохое, постоянно скачет, поднимается. Надя постоянно смотрит за мной, потому что доктор. Измеряет мне иногда 120 на 180 даже, когда погода портится. Приемная семья для пожилых – это одна из стационарозамещающих технологий, которая внедряется в Бурятии в рамках национального проекта «Демография». На сегодня в республике 100 пожилых граждан и инвалидов проживают в 98 приемных семьях. Суть данного проекта состоит в том, что люди, обретающие новый дом, не только получают помощь в уходе и содержании, но и обретают семью, где их принимают как родственников. Ну, праздники вместе проводим, новогодние, застолье так, стол накроешь, друг другу тоже хочешь. День рождения он справляет. Дома сижу сейчас, телевизор иногда смотрю, либо к соседям в гости или на речку за водой. Летом купаюсь, речки бывает. Речка у нас красивая, иногда рыбачу, возьмешь так удочку. В общем, чистый воздух нужен мне. Гулять надо, бегать, двигаться, зарядку делать. Правда ли, что в деревнях соседи ближе, чем семья? Конечно. Так как говорят, дальний... Так сосед ближе, чем дальний родственник. Ну, как бы родственник получается.